Посмотрите, они трясутся. Да нет! 4 хп! 4 хп! 4 хп! Нажимают. Да! Знал! MyStandoff.ru — это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandoff.ru. Всем привет, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сегодня у вашего Кента будет мега-дуэль на нож против моего подписчика. Это не шутка, это, ребята, очень напряженная дуэль, и я прямо сейчас, прямо при вас отдам этот нож, если я его проиграю. Играем на дешевый нож, я не мажор, на G-Commander Reaper. О, он же бомбу заплантил! Так, почтенный, продолжаем дальше нашу мега-битву. Мой подписчик нереально быстро заплантил бомбу, и я чувствую, мне будет жопа. Тише. Слушаем шаги, шагов не слышно. Где же ты? Мой милый друг, ты где? Ядрить, колотить, пацаны в ребрах сидит, как думаете, да или нет? Блин, стрёмная тема, Мы всегда с тобой. Да! Да! Так, ну что же, ребятки, продолжаем дальше, раунд номер 2. Пока что первый раунд я взял, поэтому я уже, в принципе, чувствую себя на 1300 голды богаче. Но расслаблять булочки сильно рано, потому что все может быть, хрен его знает. А вдруг он сейчас резко войдет и ваншотнет меня. Так, я его не вижу, может он тут, в темке? Да, он в темке, темка! Да, детка, 2-0! Да, 2 раунда! Фух, не, ладно, все, давайте без этого, давайте спокойнейся вести, потому что сейчас опять будет писать, что Кент псих, Кент сжёг с ума, Кент сумасшедший. Ну, пацаны, я играю на нож, вы понимаете, что такое нож? Нож — это 1300 голды. Так, ну что же, 2 раунда взяли, надо брать третий. Надо тащить третий раунд. А, в темке его нету, зачем на лонгу? 100% тут, 100 пудов, смотрите. Так, просто вопрос, где именно? О, стрелять, тише. Он стрелял только что. Так, я чё-то хрен его пойми, но он гранаты кидает. Да ну нафиг, я сейчас обосрусь. Не, ребятки, давайте обойдем. Вот за такие напряженные дуэли вы просто обязаны поставить лайк, потому что кентат просто насилуют. Поставьте лайк и подпишитесь, я буду тащить. Как? Кабелла. Что это было? Пацаны, это жопа. А как он так играет? Он же гранату кинул. Игра так началась, он же бомбу заплентил. Нифига себе. Я вижу, я спалил его. Надо быстрее пушить. Почему пушим. Давай! Какой рукожоп! Да какой рукожоп! 24 хп осталось, ядри тебе за ногу! Почины, пожалуйста, поставьте лайк за это, потому что я очень стараюсь, стараюсь выиграть! 2-2 уже счет, вы понимаете, 2-2. Он тут. Смотрите, сейчас пойдет пушить. Или нет? Или темка? Не, в темке его тоже нету. Слушай, он какой-то маньяк! Попал! Попал по маленькому, попал в голову. Кажись, он уже надамаженный, пацаны. Ё-моё. Он заплантил бомбу. Да как он так быстро бомбу плантит-то? Давайте. Блин, хрен пойми, где он? Я не знаю. Он тут. Или мне показалось. Нет, это уже глюки. У меня глюки. Да ё-моё, как же стрёмно, вы даже не представляете. Самое стрёмное, что я даже не знаю, с какой стороны его ждать. Счет 2-2. Играем на G-Commander Reaper. Это 1300 голды. Я не хочу. Я вижу на радарах. Да! Фух, мы это взяли. Мы это сделали. Мы взяли этот раунд. Тёмка. Блин, как же не вовремя донаты приходят. Спасибо большое, Линк. Спасибо. Блин, дружище. Блин, пока я читал донат, кента убили. Счет 3-3. Блин, пацаны, как вы думаете, кто победит? Прямо в эту секунду напишите, пожалуйста, кто победит, кто же затащит, кто же будет сильнейшим? Ну ни хрена себе, у меня вспотели ладошки, все вспотело, мне страшно. Мамочка, спаси меня, я играю на нож. Ага. Пытается прострелить через темку, но он, кажется, не понимает, что Кента пока на 2 шага впереди, и он тут! Не, ни хрена себе. Пацаны, где он? Нереально стрёмная тема. Мне ладошки потеют, очень стрёмный. Я хрен пойми. О, бомба летит. Так, тише, он тут. Или нет? Или тут? Блин, чувак, ты где? Ты чем так пугаешь? 8 хп, да ну в жопу. 8 хп. Блин, ну мне габел, но я не могу проигрывать, это нож. 1300 голды, да какое? Да нет. Блин. 4-3, я уже проигрываю! Да ну!
Так, все, пацаны, давайте тихонечко собрались. Блин, пацаны, как же потно, как же стрёмно. Я уже проигрываю. Так, что бы купить? Не, я дробаш покупать не хочу, это сильно рискованно. Давайте куплю эмочку. Ну, сейчас, чтобы понимали, не та ситуация, чтобы я покупал себе дробовик. Лонг. Да, он там. Вот он тут. Попал. И я по нему попал, он по мне тоже попал. У него явно немного хп. Я не знаю, что такое. Это читы? Не, я просто не понимаю, как так можно играть. 5-3. Да ну нафиг. Да ну! Неужто я нож проиграю? Блин, мне бабок не хватает даже на эмку. Ё-моё, пацаны, походу минус нож! Да, взяли раунд. Ой, мы красавчики. Так, срочно, подбирай. Фух, подобрал АКР. Все. Счет 4-5. Надо, ребята, камбэчить. Надо делать камбэк. Надо показать, с какого теста сделан Кента ПК. Меня слепили. Так, электрик, свет включи. Нормально. Он тут. Или нет? Обходит через Тёмку. Я чувствую, через Тёмку обходит. Я отвечаю, он где-то тут. Или нет? Или да, блин. Я фиг его пойми. Чувак, ты где? Да. Обожаю свои руки. Му-му-му-му. Фух. Вот за такие дуэли я и люблю себя. Пацаны, счет 5-5. Я начинаю понемножку камбэчить. Он прошел. Вы видели? Все видели. Он сейчас будет отсюда. Я чувствую, он все пойдет. Блин, он где-то тут. Он сейчас будет отсюда. Скорее всего, вот что-то мне так подсказывает, что он будет где-то тут. Или нет? Блин, пацаны, я думаю тут. Как думаете, да или нет? Да или нет? Он тут. Давай, чувак, лишь бы не прогадал. Или в ребрах сидит, крысит. Блин, пацаны, а время-то поджимают. Да! Знал. Просто, ребята, хэштег EntExtraSense. Я знал это. 6-5. Мы это сделаем. Да, плюс нож! Так, ну что же, ребятки, продолжаем дальше нашу мега-битву. Счет 6-5, Кента пока побеждает, не может быть. Неужто Кента пока начинает камбэчить? Неужто Кентухи начинает вести? Надо это сделать. Блин, стрёмно, очень стрёмно. Я рискую, но, как говорится, кто не рискует, тот не Кента ПК! Его тут нету, значит, он в тёмке. Да! На префайре! Я тупой экстрасенс, я тупой читер! Как? Вы это видели? Пацаны, это просто вак в чате, вы понимаете? 7-5 я выигрываю, походу плюс нож! Мне страшно, не знаю, как вам, но мне реально стрёмно. Его тут, он тёмка. Его там не было, значит, он... Как? Что? Чувак, ты как там оказался-то? Так, пацаны, меня это не радует. Меня это ни хрена не радует. Счет 7-6, и он потихоньку пытается меня догнать. Я сумасшедший, я псих, но я рискну. Просто напишите хэштег в комментариях Кент псих. Да, но я хочу. Я проверю свои силы с АВМ. Мне с АВМ в последнее время очень хорошо залетает. Ребят, я должен верить в АВМ. Мы должны это сделать, должны. Мы должны показать, кто такой настоящий Кент ПК. А то все пишут, Кент, ты нуб. Сейчас посмотрим, кто нуб. Пожалуйста, дайте просто убью. Я не хочу терять нож. У меня и так очень мало голды. Так, он тут. А вдруг он уже прошел? Как? Да ну нахрен! Это нереально. Это читер. Это просто что-то невообразимое. Как он это делает? Как он знал, что там? Как он кинул дым? Это стрим-снайпер. Скорее всего, это стрим-снайпер. Сейчас, наверное, все в комментариях напишут, что я девочка. Но, ребята, это очень похоже на стрим-снайпера. Ну вот ваше мнение. Это стрим-снайпер или это нормальный парень? Как он это делает? Как такое возможно? Я вообще не понимаю. Это просто срыв башки. Как? 7-7, вы понимаете? 7-7! Блин, пацаны, очень стрёмно. Очень волнуюсь. Поставьте лайки, поддержите меня. Блин, ладошки реально трясутся, все потеет, очень стрёмно, на кону нож. Блин, пацаны, вдруг он меня обхитрил? Вдруг он сейчас пойдет? Ё-моё, чувак, ты где? Просто вылезь, дай я тебя убью. Да, я тебя просто убью. Вдруг он уже прошел? Хрен его знает. Блин, как же стрёмно, как же ладошки вспотели, попа вспотела, все вспотело. Он там! Я вижу. Блин! Минус 46 хп! Уже минус! Бомбу заплентил! Да нет, только не это, только не бомба. Пожалуйста, Кент, сделай это. Время поджимает, я им отвечаю. Так, где он? Чуваки, он где-то тут. Да нет! 4 хп! 4 хп! 4 хп!
я проиграл нож! Нет! Это самая подлая дуэль за всю мою жизнь. Это самая сложная дуэль. Я проиграл нож. Блин! Блин! Да ну нахрен. Надеюсь, вы все поставили лайки и подписались на мой канал, потому что Кента пока сегодня стал беднее на 1300 голды. Но, как говорится, Кента пока сказал, Кента пока сделал вид, что ничего не говорил. Ладно, шучу, Кента пока сказал, Кента пока отдал. Поехали. Твою мать, 600 голды осталось. Капец, какой же я бич.